реализует не только помощь тяжелобольным детям, но и учит нас оказанию, учит нас проведению технологий проведения таких благотворительных акций. Слово предоставляется председателю правления фонда «Под флагом добра», руководителю благотворительных программ Наталье Вячеславовне Давыдовой. Здравствуйте. Ну, в первую очередь хочется сказать о том, что в Таганроге мы открываем футбольный сезон этой акции, который перенаполнен самыми разными замечательными событиями. И, конечно же, сейчас об этом будет говорить организатор акции «Под флагом добра», музыкант, композитор, лидер группы «Зучи» и президент футбольного клуба «Ставко» Юрий Давыдов. Я сразу забыл. О футболе, Игорь Николаевич. Сначала о футболе. Я думаю, что сегодня у нас будет очень интересное событие в том смысле, что в прошлом году нам в первый раз удалось в Таганроге выиграть, причем с хорошим счетом. Вот мы это помним, но, к несчастью, это не забыли и наши друзья-соперники. Я думаю, что нам сегодня будет очень жарко на поле. Вот, через неделю в Москве начинается чемпионат мира среди артистов в футбол, то есть приедут 16 стран, это будет очень интересно, очень уникальное, не имеющее мировых аналогов мероприятие. В течение 10 дней мы будем играть в футбол, давать концерты, и вот как раз сегодня по итогам нашего матча в Таганроге будет назван состав команды России, которая вот будет в этом чемпионате участвовать, поэтому сегодня мы все будем очень стараться, я в том числе, попасть в эту команду. Вот. Ну а так, конечно, наверное, одной из каких-то примет весны уже стало для нас, да, что первый матч у нас начинается в Таганроге, значит, весна началась, врачи прилетели, травка зеленеет, солнышко светит, все будет хорошо в этом году и у нас, и у всех. А главное, чтобы у детишек, которым нам удастся